Первое в этом году совещание руководителей образовательных организаций состоялось 24 января в школе номер 6. Совещание прошло с участием руководства района. Основной темой стал вопрос об организации программы воспитания подрастающего поколения. В этом году большое внимание будет уделено патриотическому воспитанию. Речь шла и о Всероссийском детско-юношеском военно-патриотическом движении «Юнармия», которое сегодня действует в 22 школах и объединяет 1000 школьников. Также был заслушан доклад на тему работы сельских школ. Елена Маврина, Максим Майоров, Александр Тимофеев, новости Заинска.